Да, алло, да. Да, Евгений Александрович, да. Удобно говорить сейчас? Да, сейчас удобно, отошел наконец, там просто шумно было у меня. Связались с вами касаемо ситуации. На системе был зафиксирован вход ваш личный онлайн-кабинет из постороннего мобильного устройства, а именно Samsung Galaxy A30. Которое ранее не было зафиксировано в системе базы данных наших клиентов. Затем была подана заявка на перевод денежных средств в размере 5000 рублей. Я так понимаю, данные действия вы не производили? Ну, если там не 5, наверное, а 4,5, это моя жена, скорее всего. Она с своего телефона, скорее всего, хотела перевести. У нас написано 5000 рублей. Территориально заявка была подана из Московской области. А, из Московской области? Нет, тогда точно не мы. Хорошо, фиксирую данный ответ. В таком случае я обязана вам задать несколько вопросов по регламенту нашего банка. Так как ведется голосовая фиксация по данной линии, информирую вас об этом. Подскажите, уважаемый клиент, карточные продукты нашего банка вами ранее не были утеряны? Нет, вот при мне сейчас карточка буквально, ну, в кошельке, имею в виду, все нормально с ней. Хорошо, фиксирую данную информацию. Подскажите, активно ли вы пользуетесь личным онлайн-кабинетом нашего банка? Ну, как обычно, там, покупки в магазине, там, заправка. А как давно производили вход в ваш личный онлайн-кабинет? Ну, наверное, сегодня как раз вот жена хотела свой телефон, наверное, перевести 4500 рублей. У нее как раз подключен мой мобильный банк. Проблем со входом не возникало, доступа третьих лиц? Система не предоставляла вам такую информацию? Ну, она ничего не говорила такого. Значит, все нормально, у меня тоже все нормально было. Фиксирую информацию. Подскажите, как давно посещали отделение нашего банка? Ну, не знаю, может быть, недели две назад, что-то такое было. Хорошо, фиксирую данную информацию. Подскажите, в отделении нашего банка проходили ли вы процесс идентификации как клиента нашего банка по биометрическим данным? По лицу, по голосу, либо же по отпечатку пальца? Нет, не проходил, такого не было. Хорошо, фиксирую данный ответ. Подскажите, менеджеры с отделения нашего банка информировали ли вас касаемо установки антивирусного обеспечения нашего банка, которое было утверждено Центральным банком России с 1 января 2018 года? Нет, не было такого. Это является дополнением к личному онлайн-кабинету Сбербанка России, а также защитой от мошенников. Информировали ли вас об этом? Нет. Хорошо, фиксирую данную информацию. Подскажите, у вас на данный момент на мобильном устройстве присутствует хорошее интернет-соединение? Ну, сейчас нет, мы с вами разговариваем просто. А имеется для вас доступная Wi-Fi-зона? Ну, да, в принципе, могу с другого телефона раздать. Хорошо. Подскажите, уважаемый клиент, каким мобильным устройством на данный момент пользуетесь? Android, либо же Apple? Apple? Да. Хорошо. Фиксирую данный ответ. В таком случае вам сейчас потребуется произвести вход на вашем мобильном устройстве в App Store, после чего вам потребуется ввести в поисковой графе слово «поддержка». У вас сразу же отобразится первое антивирусное обеспечение нашего банка. Это TeamWare QuickSupport. Затем вам потребуется его установить, после чего я к вам подключу старшего менеджера. Так, куда нужно зайти? В приложение Сбербанка? В App Store. Ставьте меня на громкую связь. Сейчас. Заходите в App Store. Сейчас, тогда погодите, я телефон другой подключу к телефону. Сейчас, секунду. Так. Сейчас, секунду. Все, подключил. Вошли в App Store? Нет, только подключил. Сейчас, секунду. Так. Вот, да, вхожу.
поисковой графе введите слово «поддержка». Так. Так, ввел. У вас отобразится первое антивирусное обеспечение нашего банка. VMware Quick Support. Видите? Так. Такое синенькое приложение с двумя стрелочками в разные стороны и в уголочке две буковки QS. Устанавливайте его. Сейчас ждем. Идет процесс установки? Да, но с телефона тут интернет не особо такой хороший. Но она сейчас быстро скачается, думаю. Можете выходить на главный экран? Так, есть, вышел. Зайдите в ваш личный кабинет и проверьте, все ли у вас финансы на месте, ничего не было списано. Сейчас, в Сбербанк имеете в виду, онлайн, да, зайти? Да, да, да. Сейчас, секунду. Сейчас попасть. Нет, все нормально. Все нормально? Хорошо, выходите тогда на главный экран, заходите в App Store и проверьте, скачалось или нет. Да, скачалось. Скачалось, хорошо, выходите на главный экран, сейчас я вас свяжу со старшим менеджером. Так, ага, вышел, давайте. Здравствуйте, Евгений Александрович. Да, здравствуйте. Я уже думал, вы скинули. Алло. Евгений. Да-да-да. Вы меня слышите? Да, слышу. Думал, вы скинули. Долго не отвечали. Да. Евгений Александрович, вижу, что получили такую нелицеприятную ситуацию, как мошенничество, манипуляция по счету. Ну вот ваша коллега говорила вроде как, хотели 5000 снимать с карты кто-то. Да, была попытка непосредственно списания, но данную попытку мы непосредственно заблокировали для спасибо того, большое. Чтобы ваши финансы были под полной сохраненностью. Ладно, спасибо. Да, вижу, вы установили антивирусное обеспечение от нашего банка, верно? А, так у вас отображается все. Да, все верно. Вы установили данное антивирусное обеспечение? Ну, только да, если у вас отображается, то что, сдаете, конечно. Уже. Хорошо. Что с ним делать надо? Случае, смотрите, что у вас сейчас отображается на экране? На каком? Ну, я вот на главном экране. На главном экране. Ваш ID отображается? Нет, я на главном экране телефона, в смысле, ну, в этом, в меню. Так. Хорошо, зафиксировал данную информацию. В таком случае, смотрите, ваши дальнейшие действия. Запускайте данное приложение, так, которое вы установили. Ага, так, запустил. Запустили. Что у вас отображается далее? Пишет ID номер и пишет Чепушила, не звони больше по этому номеру. Так и написано, да? Ну да. Да, пошел нахуй.